Всем привет, друзья! Вот это прекрасное место. Лежит там наш кардан. Прямо и налево повернуть, проехать километрик. И там он где-то лежит. Сейчас едем к Суровому. Звезда там без нас с прошлого года стоит. Никто еще не подходил к ней. Тут она в неплохой компании стоит. Smart, Patrol, Прадик. На месте карета, ракета со звездой. Да, выглядит печально, конечно. Но на самом деле внутри лучше, чем снаружи. Сейчас будем пробовать посмотреть, что со стартером. Может, просто плохой контакт. Тут есть радостные новости. Редуктор стоит. Полуось одна стоит с колесом. Блин, и колеса даже местами накачаны. Осталась одна полуось. Кардан, шрус. И можно ехать. Уснул, Леша? Вот он, с новым счастьем. Да ну. Машина. Скажи, знаешь, такое. Я вчера смотрел видео, как я, даже по дороге. Как мы ехали. Да, как я ее толкал. Я на проспекте Победы. В третьей полосе. А еще утром иду с такой машиной. Такой, такую. Вот она же стоит. Такую не увидишь каждый день. Это да. На дороге. Глянь, колеса даже не спускают. Тем более машина такая старая, еще и рабочая. Да. Нашел. Да, я. О, есть. Вот трос надо отдать, только что Саня просил. То я чужой трос взял. Так, а где-то тут упорчик должен быть. Да. Да, ставь. Видишь, как все продумано? Так. Сейчас будем напрямую пробуем провода на стартер. Может, получится. Получится завести. Открывание, как и в более новых, кнопочка. Но дверь надо шире открыть. Так, подожди. Ты тянешь, я нажимаю. Да, поднимай. Хорошо, что ты со мной пошел. Тут тоже видишь кронштейн. Давай его дальше туда. А, вот так. Нормально пусть стоит. Вот такой мотор. Так, стартер видишь? Вот он. Вот это? Не-не-не, это провода высоковольтные. Вон стартер, видишь? А, вот это? Втягивающая, да. Подожди, сейчас плюс подадим. Так, друзья, ну подали. Плюс и минус прямо от аккумулятора. Потом взяли от второго аккумулятора, сомневались, что вдруг аккумулятор все-таки посажен. Не, ничего не помогло. Снимаем сейчас стартер. И будет все хорошо, я думаю. Откроем его сейчас, посмотрим, что внутри. Что в воздушном фильтре. Ну, ТО надо. Свечи должны были вчера привезти. Что-то я забыл уточнить, привезли или нет. Заказал я их еще вчера. Хозяин сказал, свечи не менялись. Он 17 тысяч проехал. Так что, в принципе, начинаем с простого. Стартер, свечи. Ну, провода тоже надо поменять вообще. Ну, а вот тут центральный что-то был как-то далеко. Стартер, свечи, провода, карбюратор. Дальше смотрим, что ему не хватает для полного счастья, для хорошей работы. Ну, вообще, конечно, удивила и порадовала машина тем, что она просто смогла доехать. Так, вот какая-то деталь. Не знаю, а это, наверное, на печку может что-то было. Штуцер. Хотя печка, вот родное место печки здесь. Схема, кстати, с обдувом. Обдувом от коллектора очень интересная. Она, во-первых,
не требует никаких дополнительных ресурсов. Ну, что вам сказать, мотор. Мотор, кстати, чистая тридцатка, потому что тут те, что были первые 22 или 3 силы, тут что-то было по-другому. Вот в этом месте, я помню, какой-то дополнительный тут девайс. Это чистая тридцатка. Ну, довольно бодро, Макс. Ну, я по своим ощущениям, просто как ехала тридцатка желтая, то эта машина намного веселей подхватывает. Сейчас глянем, что внутри стартера. Интересно даже. Кстати, как в этой машине, так и не в этой. Смотрите, просто за ремень кручу коленвал. Вот такой мотор не очень мощный. Хотя у меня был лишь Планета 5 мотоцикл. То там, ну, правда, там двухтактник, совсем все по-другому. И он в половину этого по объему. Один большой поршень там так не покрутишь. Там так отстреливало в ногу, когда заводишься. Ну, у кого была Планета, те знают все. Такое все компактное, очень узкая машинка. Уже взять ушастые и мыльницу незначительно шире. Так, это у нас откручивание. Да. Во сколько она вас раз? В 3 раза старше, да, машина получается? Да вообще, она старше еще моей бабушки. Старше. Старше моей бабушки, говорит. Да не, ну бабушки точно не старше. Ну, родителей, наверное, старше. По-любому. Кто-то звонит. Да нет, это не звонит, СМС. Да. Так, я чуть-чуть ближе сюда. О, ну-ка. О, шел уже руками. Пошел руками? Ну, не, имею в виду сама гайка. Ну, я понял. Так это как в серьезных иномарках, слышишь? Срываешь, а дальше руками. Это вот в BMW так все откручивается. В Майбахе, наверное. Видели дверь, как в Rolls-Royce открывается? Да. Вас это привлекло, да? Так это машина 65-го же, да? 65-го, да. А Rolls-Royce, не ошибаюсь, вообще. Не, ну Rolls-Royce выпускают и сейчас. Не, ну да, у них такие модели сейчас. Так, первая есть. Что у нас следующий? Да, снизу такая же. Пробую теперь пощупать снизу, где там она. Да, нижний болт не так удобно, как... Да-да. Как верхний. Надо удлинитель еще, да, длиннее, наверное? Не, не удлинитель, он не залезет. Вообще не залазит? А накидным... Не, если удлинитель длинный взять, то залезет. Да? Удлинитель сюда еще длинный добавить. Достает. Ну да, вон он. Аж где болт. Со стартером не очень удобно. Достал? Да. Пошел, да? Да. Вроде все доступно. Один болт неудобный. А как его закручивать? Друзья, все, стартер спасен. Да, что-то замкнуто таким, Макс прав был. Замкнута обмоточка. Да, щеток, Саня говорит, нету. Потому что еле-еле искрит и все. Да, тут какие-то куски щеток выпадают. В общем, сейчас щетки надо. Щеточный узел купить. Если он есть такой в продаже. И будет работать. Как на нем люди ездили, толкача заводили, что ли. Тут вроде так все более-менее. Так, друзья, ну все, пока стартер.
щеточный узел умер. Я не знаю, интересно, продают или... Ну, вообще должны теоретически. Где-то ж люди их берут. Поменять, и должно все работать там. Все целенькое такое. Видно, крутили, маслали. Пытались завести, а заводился он не очень-то, как свечи. Никто не менял 100 лет, и остальное тоже там мало кто лазил. Из-за этого, наверное, стартер и подустал, скорее всего.